Всем привет! Сегодня я вам покажу весь Бравл Старс за 3 минуты. Идею для этого видео мне предложил подписчик. Извини, я забыл, как тебя зовут, но знаю, большое тебе спасибо. Зайти в игру. Пройти обучение. Придумать себе оригинальный ник. Уничтожить всех ботов. Ура! Победа! Зайти в магазин и посмотреть на крутые скины. Посмотреть, как много тут персонажей. Эх, как же мне хочется какую-нибудь легендарку. Что это за красный значок? Он очень мешает, я еле двигаюсь. Скачать TurboVPN. Посмотреть рекламу. Потом другую рекламу. Включить TurboVPN. Наконец-то ящик. Интересно, что же мне оттуда выпадет? Эх, ничего. Забрать первого персонажа. Классная анимация. Ничего себе, он выпускает жесткого медведя. Всегда буду играть на этом персе. Забрать какой-то подарок в магазине. Ничего не получить. Подключить Supercell ID. Вау, новый персонаж. И еще новый скин, круто. Прокачать всех подряд. Ну а что, золота ведь много. Какая же красивая атака. Собрать какие-то зеленые светящиеся кристаллы. Подходить вплотную к всем врагам и убивать их. Ура, первое место! Устроить глобальное открытие 2 сундуков. Эх, ничего не выпало. Но со второго... Ура, новый персонаж! Класс! Зачем он лезет с гемами? Какой-то глупый тиммейт, но почему? Первый раз проиграть. Обидно. Найти себе крутой клуб. Ура, новый режим, футбол. Да почему меня постоянно кто-то зовет, бесит? Надо взять мяч и просто забить ворота. Эх, не получилось. Неужели тут нужно убивать врагов? Давайте постараемся закинуть мяч. Так, в какой бы угол кинуть? Эх, он поймал. Наконец-то 6000 кубков. Надеюсь, мне что-нибудь выпадет. Ну, билеты тоже неплохо. А зачем вообще сражаться? Может просто пойти уничтожить вражескую пушку? Ой, она бьет. Эх, ничего себе, она меня убила. Может быть, стоило позвать Тиму? Хотя ладно, затащу один с рандомами. Да как так? Почему в моей Тиме одни инвалиды? 13 тысяч кубков, это было жестко. А почему 300 золота? Где мой мега-ящик? Да, ура! Первая лего, наконец-то она мне выпала, ура! О, тага выпала. Прикольно. Мортис, отстань, мне нужно бежать. Фух, я его убил. Нет, Дэрил, нет! Да почему все против меня? Ну наконец-то, 14500 кубков. Осталось выбить всех персонажей. Наконец-то выбил всех персонажей. Осталось их скачать. Надо качнуть Динамайка на 9 левел. Что? Не хватает монет? Да как их вообще копить? Ну а если вам понравился видосик, то поставьте лайк. Напишите в комментариях, что еще можно добавить. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи. И пока.